Безумно раздражают мне волосы, я уже не знаю, куда их убрать. Думаю, побриться на лысо. Но это будет не вариант. Вряд ли я буду выглядеть от этого прекраснее, чем я есть. В кавычках, конечно же. Так, погнали. Блин, какая следующая-то у меня заявка? Не могу вернуться никак на свои реакции. Заявок миллиард, если честно, я уже не знаю, что из них выбрать просто. На что уже отснять? Тут у меня просто, если... Даже ради интереса хочется вот заснять вам, чтобы вы понимали. Давайте это и сделаем сейчас. Как выглядит мой заявочный лист. Вот он примерно. На заявки, 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 заявки. Они никогда, наверное, не окончились. Теперь главное не забыть это потом сложить все вместе. Два вот этих файла, которые я там накидала. У меня тут куча фильмов в реакциях, но я решила, что я больше не буду снимать реакции на фильмы, по крайней мере, бесплатно. Вот такая вот я, да, стерва. Ну, потому что, блин, на это время очень много занимает. Монтировать это почти по 3-4 часа каждый фильм, блин, они идут час с лишним. Они монтируются примерно 3,5-4 часа. То есть это, ну, это очень много времени занимает. Поэтому мой интернет тоже не резиновый, он не бесплатный, он стоит денежку. Поэтому... Платите деньги. Хотите сериалы, книги... Ой, книги. Все. Давайте я еще книги читать буду в прямом эфире. Чего нет-то? Давайте. Это оговорочка по Фрейду, как говорится. Вот. То есть я решила сериалы, фильмы, пожалуйста. Платная услуга. Можете не скидывать мне на карту. А вот. 500 рублей, в общем, с вас. А песни, да, пожалуйста, ради бога. Бесплатно. Без всяких оплат. Вот у меня заявочка была на Зирузу, кстати, вот когда я делала топ, там, короче, это с 2015 по 2022, там как раз-таки была вот эта песня, которую я так и вот не посмотрела, но люди мне заказывали ее когда-то, 150 лет назад, поэтому люди, наконец-то, которые заказывали мне, вот она у меня прям в заявках закинута, наконец-то вы дождетесь, что я сделаю реакцию. Я надеюсь, что вы живы, те, кто заказывал это. Это очень грустно, если вы не дождались. Это так же, как я жду окончания One Piece, так же и вы, наверное, ждете реакции на эту заявку. Если вы живы, конечно, я поздравляю вас. Вы дождались. Раз, два, три. Зируза. Уат сызбала. Уят сызбала. О, господи. Опять я читаю на латинице. Не могу понять, что написано на латинице. Но увидела, что есть текст. Уят — это стыд, насколько я помню. Бала — это ребенок или парень, ну, по-разному переводится. Давно клипов не было от Зирузы. Это, кстати, нарезка была в топе самых просматриваемых видео. По-любому половина поклонников, как обычно. А после этой песни написала ей миллиард комментариев о том, что ты до сих пор не забыла Балашку, ты до сих пор любишь Данияра, по-любому, 100%, раз она упомянула его никнейм, тем более большими буквами никнейм, кстати.
Да, вот если кто не заметил. А вот, сейчас еще 15 человек напишут мне под в комментариях. А вы знали, что Зируза встречалась с Бала? Знала, да. Я как бы 2 года уже делаю реакции на казахских исполнителей, поэтому я в курсе. В курсе я. А вот, по-любому сейчас еще... Да, другая половина людей сейчас напишет, что... А ты думаешь, у них Сэйзи серьезно? И вообще Сэйзи они встречаются? Почему они так часто снимаются вместе там или где-то тусуются? А вот кто его знает? Свечку не держала? Не знаю. Зируза мне не отчитывалась, Сэйзи тоже не кидал мне информацию никакую в личные сообщения. Они мне вообще никогда в личные сообщения не писали. Беда. Ну, у меня просто тупо Инстаграм не работает, поэтому они мне не пишут. Только по этой причине шучу, конечно. Ага. В общем, я бы сама бы в обморок упала, если бы они мне написали. Нет, спасибо. Я предпочитаю не общаться с айдолами. Ну, с некоторыми, конечно, пришлось по долгу службы иногда все-таки сталкиваюсь. Но они, может, сейчас уже не совсем айдолы. Но из участников Project X, да, были парочка человек, с которыми я в своей жизни списалась. Это было очень мило. Да. А вот, и да, еще ПМ отвечал на мой комментарий. Он же бывший участник Дианы, вот, да, еще, и что еще? Ера всегда отвечал на мои комментарии из Инки, кто не знает его. Кто там еще из ребят? Отти из Ньютон тоже пару раз мне отвечал на мои комментарии, вот. И лайкал мои записи даже, где я под его музыку что-нибудь там это... записывала какой-нибудь видосик, вот. Хорошие ребята, прям молодцы. Прям фолю их. Господи, каких люблю всех. Всех люблю. Как детей своих люблю. Как будто сама рожала, всеми горжусь просто. Вот. А что хотела сказать? Что-то я еще хотела сказать по поводу Зирузы. А что хотела сказать? Я уже забыла. Склероз у меня старческий. В общем, делайте скидку на мой возраст. Я уже сегодня, не знаю, это 5-й рабочий день, время почти 11 часов вечера, еще с работы пришла. Плюсом у меня уже не то, что мозги набекрень, у меня уже не складываются слова в предложение. Это нормально, на самом деле, нормально. Ну, я думаю, я у себя успокаиваю, конечно, это нормально, на самом деле это ненормально, естественно. Нужно пить какие-то таблетки, нужно читать много книг, на котором мне просто не хватает времени. Я больше-то рамки лучше посмотрю, чем я буду читать какую-нибудь книжку. Вот. Но надо, кстати, у подруги где-то там завалялась... как это называется? Подарочная карта на Новый год в Читай-город, поэтому надо обязательно идти воспользоваться этой. А, еще где-то промокод у меня там валяется, кстати, да. Я же вчера ездила в Читай-город, уже выкупала свой заказ, который я заказала для подруги, естественно, не для себя. Несмотря на то, что у меня есть полка с книгами, и там 250 книг еще у брата в комнате, но в последнее время я редко что читаю. Вот, сейчас покажу, что последнее. Начала читать, ну, ладно, не пойду я далеко слишком идти. Всем пока!